Я считаю, что это прекрасная инициатива и способ как-то себя проявить, помочь в восстановлении храма. Помните в фильме Тенгиза Абуладзе? Зачем нам эта дорога, если она не ведет к храму? Зачем эта жизнь, если она не приводит к такого рода поступкам? Я счастлив, что меня к этой программе привлек Игорь Иванович Сукачев. Я надеюсь, что я смогу кого-то из вас привлечь. Все-таки это приятно, что где-то под Бишкеком, в селе Манас, в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского, кто-то за вас молится. Где-то там, может быть, куда вы никогда не приедете. Храни вас Бог.